Итак, сейчас мы с вами будем создавать фильм. Так, фильм у нас будет про космос. Я тут сделал такую нарезку, взял, пособирал файлы, видеофайлы. Эти видеофайлы о космосе, да. Тут и галактики, и Солнце, и разные планеты, наша Земля. Также вот, и я что сделал, я взял без звука сделал, потому что нам не нужны чужие комментарии, отключил звук. Вот, а еще что хочу показать, вот есть такая кнопочка громкость и баланс. Вот здесь мы либо увеличиваем, либо убираем громкость. Это основное видео. Это видео наложение и это аудио, которое мы, скажем, добавляем в видео. То есть сейчас я вам покажу на треке. То есть есть первая, вторая, третья, как бы три таких дорожки идет. Вот первая, это у нас вот здесь. Мы регулируем громкость. Вторая это наложение. Вот здесь второй бегунок у нас был. И третья это строка для аудиокомиксов. Вот еще раз, да? Видите? Первый бегунок, второй и третий. То есть мы здесь можем либо убавить громкость, либо добавить. Так вот, вот такой у нас будет фильм о космосе. Мы можем добавить переходы. Вот, например, здесь, да. Можем добавить переходы. Переходов у нас. Может быть много. Хорошо. Но давайте еще мы добавим изображение. Так, библиотека. Изображение. Вот у нас изображение на тему. Галактика, да? Галактики и Земля. Например, Земля у нас находится вот здесь, в конце. И поэтому мы можем. Мы можем добавить землю, например, эту картинку возьмем сюда. Вот земля наша. Так, и, например, эту картинку можем сюда добавить. Также давайте добавим вот эту картинку, я подготовил специально для одного видео эффекта. Ну, она сначала здесь так пока полежит. Так, и где у нас находится, вот у нас здесь Солнце будет, планеты. Так, и давайте добавим одну картинку сюда. Эту сюда, например, добавим. Так, и давайте еще там, где у нас планеты. Вот здесь, да, планеты у нас. Мы возьмем, давайте вот сюда добавим, да, то есть у нас вот так идет. Планеты, и дальше пойдет видео. Так, хорошо, теперь что мы сделаем? Давайте вот здесь применим эффекты, да. Мы попробуем масштаб. Так, эффекты у нас вот здесь.
видеоэффекты, масштаб. Так, и применим только к этому изображению. Давайте его настроим. Так, то есть возьмем вот так, сделаем. Вот так сделаем. И сейчас настроим зум. Зум. Так, вот отсюда. И вот так. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот, ну, нормально как бы, да? Так, и центр у нас вот здесь находится. Давайте немножко сдвинем, да? И посмотрим, что у нас получается. Так, а можно сделать как? Можем... сделать вот так, да? Так, теперь что у нас? Слишком быстро, да? Тогда давайте увеличим. Увеличиваем время, да? И что у нас получится? Вот так. А можно сделать по-другому? Можно сделать вот так. Сейчас посмотрим. Сделаем. Вот так мы сделаем. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас получается. Вот так идет у нас. Тоже как бы эффект движения, так как мы создаем видео. Так, нормально, да? И давайте. Вот у нас еще изображение есть, да? Так. И давайте мы сделаем так. Добавить строку. Тоже мы масштаб сделаем сюда. Вот так, масштаб. Масштаб. Ну, тоже увеличим время проигрывания этого аудио. Масштаб и попробуем что сделать. Поворот, да? Ну давайте поворот рискнем, посмотрим, что получится у нас. Так, поворот, интересный эффект. Так, посмотрим, что у нас получается. Но это слишком. Это слишком. Так, картинка у нас. Угол. Давайте посмотрим. Вот так сделаем. Так, и посмотрим. Так, хорошо, у нас еще один эффект масштаб. Давайте его отрегулируем. Это слишком большой масштаб, да? Так, и зум. То есть зум, да? Вот он. Так, ну, в принципе, не очень, да? В принципе, не очень, да? Вот так как бы картинка у нас вращается, да? Так, нет, поворот мы уберем. Просто пускай масштаб будет, да? Ну, мы давайте вот так сделаем. Эффект мы возьмем вот этот, попробуем. Так, и давайте откроем.
Так, что у нас происходит? Да, вот такое движение. Так, давайте это тоже в центр. Так, идет приближение. Так, слишком быстро вот здесь, да, движется. Так, еще раз. Так. Нужно вот так сделать тогда. Так, слишком уходим в бок. Так, теперь. Окей. Давайте посмотрим. А, еще одну забыл. Давайте что сделаем. Видите, здесь как у нас вот это у нас экран. Ну и вот это, вот эти черные как бы полосы нужно убрать. Это потому что, почему так происходит? Потому что у нас так, соотношение сторон должно быть не 4 на 3, а 16 на 9. Окей. И вот видите, убираем практически, да? Так, давайте еще раз просмотрим. Так, нормально. Пускай будет так или... Так, дальше. Или может быть немножко... Что, да? Так, ну. Ух ты, масштаб сделали. Окей. Еще раз. Хорошо. Так, теперь у нас переходы. Давай. Ну, нет, еще. Еще у нас фотография вот здесь. А, и вот здесь, да? Так, хорошо. Давайте мы добавим свечение, да? Попробуем. Свечение. Так, и зум. То есть масштаб, да? Вот. Так, давайте сначала масштаб. Масштаб. Масштабируем. Резюмируем, да, вот так. Вот так. Так, окей. И сделаем так, уровень вот так. Вот так у нас будет. И вот так. Так, окей. Хорошо, вот что у нас будет как бы.
Свет, да, увеличиваться. Ну, можем тоже немножко больше сделать по времени. Так, и вот у нас получится вот так. Такой эффект масштабирования и плюс свет. Так, и сразу же хочу показать, вы можете контролировать время вашего фильма. То есть вы добавляете файлы, и здесь увеличивается время. У нас 2 минуты 45 секунд. Так, дальше. Так, вот здесь тоже масштаб. Тоже масштаб. Так, масштаб. Вот, и тоже, наверное, сделаем вот так. И настроим. Зум. Окей. И вот у нас как... Происходит движение такое, да. Хорошо. И вот здесь, да, картинка у нас. Наложение. Давайте ее тоже отрегулируем. Сделаем ее в движении, да. Сделаем в движении. Так. Картинка большая, да, может быть, сюда и лучше. Посмотрим. Ну, в принципе. Вот так, да. Так, отмена. Картинки. Две у нас картинки, да? Может быть. Нет. Ну, давайте сюда. Давайте сюда. Сейчас попробуем анимировать. Так, а здесь мы пишем уже английским текстом. Так. Вселенная. Окей. Так, хорошо. Так, и также я подготовил интересный материал. Уже относительно нашей галактики, на Солнце, Земли. Давайте вот так сделаем. Вселенной. Так, текст у нас будет здесь, да? Текст. Пускай будет продолжительностью сюда. Хорошо. И здесь что мы напишем? Так, текст у нас должен быть маленьким. Так, вот. Возьмем это и сюда вставим. Увеличить, да?
Так, и кисть. Тень, контур. Контур уберем. Тень уберем. Кисть у нас что? Белая. Так, и может быть еще увеличим. Так, и посмотрим сейчас. Окей. Что у нас происходит? Ну, это плохое появление текста. Давайте отредактируем. Мне не нравится такая анимация. Давайте выберем анимацию. Ну, посмотрим, что у нас будет происходить. А с ним зачастую такое. Да. Хорошо. Так, и вот у нас идет и исчезает медленно, да? Так, хорошо. Потом вот солнышко у нас. Солнышко. Давайте дублируем объект. И вот наше солнышко. Так, и теперь солнце. Солнышко. Открываем. Открываем и здесь у нас намного больше, да? Так, размер давайте пока нет, неудобно будет. Все равно давайте вот так сделаем. Так, так, и давайте посмотрим. Вот отсюда возьмем. Так сделаем. Теперь еще раз. Enter. И вот так сделаем. Так, ну, наверное, нужно все-таки в черный цвет это покрасить все дело. Так, черный цвет. Кисть. Черный цвет. Окей. И теперь, когда мы запускаем, то пойдет вот такой текст, который объясняет, что у нас, ну, какие данные относительно солнца, да. Так, и давайте еще раз посмотрим, будет ли время все это прочитать. Так, ну, если, скажем, не будет времени, то мы можем добавить изображение солнца сюда. Изображение солнца. Так, поэтому давайте поищем изображение солнца в интернете. Я сейчас сделаю паузу и поищу. Итак, у нас вот солнце есть, да? Давайте вот это сюда разместим. Это сюда. Тоже можем эффект так дублировать объект и давайте его сюда. Сюда этот эффект. Так, и посмотрим, давайте сделаем этот эффект. Ну, пускай будет. Так, и нашу надпись мы
Вот. Продлим. Так. Так. Тут у нас проблемка, да? Ну, тогда удаляем. Или, ну, лучше сюда, да, заменим. Вот. Как бы будет достаточно времени для того, чтобы прочитать. Можем даже вот так сделать, да? Так, и вот эту картинку мы так хорошо и отрегулируем наш ну пускай будет так так хорошо хорошо хорошо. Так, по-моему, сюда. Так, вот здесь картинка, и здесь картинка, да? Так, и еще текст нам нужен. Давайте дублируем объект. И где у нас наша земля? Это наша земля, да? Земля, земля, так. Так, и нам нужно выбрать текст, да, как он будет. Так, а мы сейчас сделаем что? Давайте вот так. Вот здесь. Так, относительно земли. Делаем вот так. Часть возьмем. И так, вот этот текст, да, у нас. Так, и сюда мы вставляем, да. И тоже нам нужно отредактировать так, как мы делали. Вот. Хорошо. Так и так сделаем. Сюда пойдет. И вот так сделаем. Хорошо. Хорошо. Да. Кстати, можем вот здесь нажать и посмотреть. Это с более близкого расстояния. Так, просмотреть фильм. Так, хорошо. Так, и дальше тоже дублируем объект. Но здесь уже мы возьмем. И здесь возьмем белый шрифт и мы продолжим. Так, открываем. Я сейчас то же самое отредактирую здесь текст, вставлю так, как мы уже его вставляли. Так, хорошо. Я тут все уже подкорректировал. Так, ну можно увеличить размер шрифта, например, с 18 до 20. Окей. Тут у нас так, тут нормально. Ну и в конце тоже добавить текст. Текст. Давайте попробуем. Вот этот, да? Текст.
Так, и тут у нас предлагается в ролях имя актера и так далее, да? Ну, не знаю. Давайте. Мы что-то тоже напишем. Так, например, автор. Автор. Так, и давайте еще отрегулируем. Так, текст. Так, и что происходит? Нормально. Пускай так будет. Пускай. Хорошо. Так, ну, где какие переходы мы можем сделать? Переходы. Давайте вот сюда поставим переход. Так. Ну, может быть, не всюду мы поставим переходы. Вот здесь поставим переход. Может быть, вот этот. Давайте посмотрим. Ну, мне вообще-то вот эти переходы. Вот этот переход нравится, да? Ну, может быть, еще давай вот этот. Сюда все-таки поставим, да? Не обязательно на каждой, на каждый кадр, ну, на каждую, на каждый кусочек ставить переходы. Не обязательно, чтобы таких переходов было много. Так, их тут очень много, но в фильме мне нравится. Такие переходы. Нормально. Так, и все. Все проверяем. Так. Ну и давайте добавим аудио, да? То есть, что у нас, какой будет фон? Чтобы настроение у нас создать.
у зрителей создать настроение, нужно подобрать музыку. Давайте вот эту посмотрим. Нормально, да, можно вот этот текст покороче сделать. Нормально. Так, хорошо. Видео добавили, изображение добавили, текст добавили, музыку добавили. Музыку можем сделать вот так. До конца. Так, и давайте проверим, что у нас. Как получается переход. Так, ну и нужно как бы сделать здесь, чтобы у нас было затухание, да? Даже вот так. Так, и давайте посмотрим. Здесь и сделаем обрезание, это удалим. Так, еще раз. Так, нормально. Хорошо, хорошо. Вот мы с вами практически создали фильм, да? Создали фильм. Так. Так, еще раз вот этот участок просмотрим. Так, нормально. Хорошо. И в следующем уроке мы его сохраним.